Вот Токио 60-х. Посмотрите, пожалуйста, как люди жили в 60-х годах, какая у них была мебель, какие одежды и телефоны, велосипеды у них были, обувь. Вот такие были электроприборы. Посуда. Вот такая уже были Кока-Кола у них была. Бутылочка. Холодильники. Телевизоры. Ну да. Потихонечку. Мне еще понравился вот почта. Почта. Ну, тут показано, как они отдыхают. А, ну понятно, машины. Игрушки мне еще очень понравились. Вот такие уже были резиновые. Да, вот что-то даже уже, наверное, механическое. Вот такие пупсики, мы о них мечтали очень сильно. Уже куколки типа Барби. Вот. А, Барби? Это Барби уже была в 60-х годах. Ну, в принципе, это как полностью Америка. У них есть 60-е годы квартиры. Как было, да. В принципе, мало что есть. Обалденно. Я снимаю видео. Это старый же этот. Токио 60-х. Что они ели? Какие спички были? Мне так нравится. Смотри, какой гидран, гидран. А, это нет, это заправочная станция для мотоциклов. Вот такие фильмы шли. Агент 007. О, это что за машина? Кадиллак? О, ого. Так выглядели ресторанчики. Креветочки. То есть как было в 60-х, да, так ничего не сейчас, было. Да, сейчас тоже поддается. Ну, мне кажется, Маша, или я могу вас, что больше дань была отдана американскому вот предпочтению, я смотрю, чем какому-то этническому. Сейчас больше, может быть, этническое, нет? Или тоже... Не-нет, ну, по... Не читала, не слышала. Насколько было больше сейчас или тогда? Мне кажется, сейчас больше. Не было раньше вот этого столько этих геев. А сейчас они весь телевизор заполонили. Ну интересно, поменялись ли цены, Маша? Вообще все то же самое, не понимаешь? Да? Как будто вот сейчас заходи и то же самое. Да. Меню меньше. Что тогда, что сейчас? Как будто вот... То же самое вообще. Посмотрите меню и цены. Ну, вот, цены другие. Нет, знаешь, мы сейчас тоже видели. Здесь сколько? А, здесь 150 получается. Да, там, да, сейчас не а сейчас 800. Цены только изменились. Да. А вон кот. Кот? Привет. Нет, не будешь, Мак? Ой, не успела. Пока. Очень классно. А, мода. Красавцы.